Подразделение Министерства внутренних дел Грузии встретили представителей грузинской оппозиции недалеко от терминала прилета и не допустили сотрудники полиции того, чтобы прорвались митингующие в сторону терминала. Была устроена такая живая стена, пропускали только представители прессы. Само помещение терминала было освобождено от встречающих и встречали уже пассажиров снаружи. Все пассажиры благополучно вышли с территории терминала, а затем уже удачно и успешно покинули территорию аэропорта. Соответственно, представители оппозиции, которые протестовали против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, через некоторое время тоже разошлись, соответственно, и было снято и оцепление Министерства внутренних дел. Ну, а завтра в 8 часов утра курс на Москву возьмет уже прямой рейс грузинской авиакомпании Аэрзена Georgian Airways. Кроме того, вскоре начнутся рейсы между Тбилиси и Сочи, тоже прямые авиарейсы. Такова ситуация.